Бананы, да? Ну, какие бананы. А гранат есть. А гранат нема. Плохо. Плохо осуждаю. А это что, лимонки, да? Вот эту зелень вырываешь и кидаешь. Ого, какая, что это, манго? 400 гривен скидка, а что с ним не так? А что с тобой, братан? Ты гнилой, да, братан? Ты гнилой? Поэтому такая скидка, ну так не бывает. Это что-то кумкват. Сейчас бы кумквата. В общем, друзья, как вы поняли, это уже Днепр на связи. И Питахая. Близится дело к 21.00. У нас на данный момент тихо. В течение дня, по информации от областной военной администрации в лице его главы Сергея Лысака, были обстрелы Никополя, дроны камикадзе, артиллерия. Люди не пострадали, повреждены складские помещения, какое-то нерабочее здание и линия электропередач. Ну и плюс дома людей. Это людям горе, там и так жить не сахар, не сказка. А еще и вот такая вот фигня, эти обстрелы. Страдают люди, как ни крути. Груша, фас, какая команда. А что, спелая, хорошая. Это что, яблоко. 4 штуки. Видите, как все красиво, нарядно. Сказка. Апельсины по 55. Ну что, сейчас походим, посмотрим и пойдем домой. О, помело. Помело я люблю. Вот это оно, да? Такая дынька. Чем пахнет? Ничем не пахнет. Это волосатая хурма под названием кокос. Папайя. Какие-то матюки, по-моему, вывешивали. Помело червоне. Даже в пакеты спрятали. Китай, это китайцы, видите, прям с Китая, с коронавирусом. Апельсины мороженое. Мандарин клементин. Такой маленький, а уже мандарин выдают. Грейпфрут Испания. Апельсин Вашингтон. От Байдена лично. Грейпфрут Испания. Лайм, лимон. В общем, все, что хотите. Это что такое? Хурма. Это, ну, все, на вид все страшно. Но я уже на эти, на мандарины ругался, а сказали, что это самое вкусное. Муркут. Вот. Вот это, наверное, самый вкусный. Посмотрите. Просто он немножечко шалит. Яблоко украинское. Чуть-чуть подгулявшее. Буряк. 16,90. Вот такой бурячок. Морква. Морква по 12,90. Тут, кстати, тоже рыбы уже нема. Помните, мы с вами в магазине рыбу трогали на стриме? Если что, ставьте паузу. Читайте цены, смотрите. Такой, вы знаете, тяжелый день. Что-то каждый день дается тяжелее предыдущего. Надо же вам что-то показать. О, сталкер. Стопы Energy Stalker. Скоро, кстати, ну как скоро, уже назвали дату выхода Stalker 2. 5 сентября. Кекчуки тут. Тут кекчуки. Соусы всякие. Макаброны. Тверди сорти. Макаброны. Цена хорошая на эту макаброн спираль. Надо взять на пробу. Сейчас с вами еще прогуляемся, а потом выключу все это и вернусь за макабронами.
сцены понимали, что со мной не происходит, а то так и не будете знать. Шоколад. Сколько всего мясного. Колбасного. О, хоть выключили эту муза-панораму. Ну, в принципе, друзья, пона показывал вам. Вот видите, эти музыки. О, хоть рекламу включили, ура. Так что если чуть-чуть звука не будет, я не виноват. В общем так, друзья, вам желаю всего хорошего. Буду выдвигаться дальше. Берегите себя, своих близких. Спасибо за внимание. И до нового выхода на связь. Кстати, там уже первые такие прикольдасы с Кулебой. Он сегодня сказал, что если помощь прекратится, украинцы пойдут вперед с лопатами. Я вам в сообществе выставлю фотку, как Кулеба с лопатой идет вперед. Так что, друзья, каждому по лопате и вперед. Будьте готовы.